Всем привет-привет, ребята! С вами я, Эвелина. Вы смотрите канал Эвелина Белочка Плей! И сегодня мы будем играть в Among Us в Роблоксе. Итак, все голосуют за эту карту? Итак, кто же предатель? Сегодня у нас предательство, убийство, преступление. Я серый, не очень красивый. Ладно, у меня куча-куча заданий, давайте их всех выполнять. Главное здесь не попасться предателю. Двери почему-то не открываются, ну да ладно. О боже мой, Филипп. Я здесь даже прыгать не могу, ну ладно. О боже мой, почему он так странно ходит? 100% предатель он. О, вот все, можно открывать. Все нормально, а это что такое? А, это кнопка! Блин, я боюсь! Так, все, уходим. Я боюсь этого. А, это что такое? Непонятно. А, давайте выполнять задание. Зайдем вот сюда. Что у нас здесь? Вот задание. Что? А, вот. А, я поняла, что здесь надо делать. Это вот сюда. Вот. Так. Дальше вот это вот так. Вот так. По-моему, сейчас белый. Да, вот все, белый. Дальше вот такой. Вот такой. И красный. И вот такой. Все, я сделала первое задание. Ну ладно, хорошо. Что у нас здесь? Это я могу сделать? Нет, не могу. Хорошо. Ладно, давайте выйдем на улицу. О боже мой, это что, лава снизу? Хорошо. О боже мой, эти значки прям так летают. О, здесь карта есть? Прикольно. Ну ладно, у меня очень много заданий. Вот, например, вот это. Что это за штука? Посмотрим. А что здесь нужно? Так. Ребят, я не понимаю, что здесь. А. Ну-ка. А, тут какие-то. О, боже мой, ребят, что там происходит уже? Какие-то... Ну ладно. Блин, ребят, я не могу идти. Что делать? Помогите, все. О боже мой, ребята. О, вот, ребят, нам нужно срочно идти туда. Надеюсь, нас там предатель не поджидает. О боже мой, я в стену врезалась. О боже мой, ничего не видно даже. О, все, кто-то включил свет. Ладно, хорошо. Убегаем от этого странного чувака. Или девочка, кто это там был. Так, опять эта штука, но я ее не буду делать, потому что я не знаю, что там нужно делать. А это что такое? Это нельзя делать. Вот сюда давайте зайдем. Здесь тоже должно быть какое-то задание. Это не знаю, что. Так, мне показалось, что это... Вот, еще задание. Что нужно делать? Ой. Так. Все, нажимаем старт и делаем это задание. Еще одно задание выполнено, и я надеюсь, то, что я не попаду в лапы предателя. Не очень бы хотелось умереть. Ну ладно. О боже мой. Предателем был фиолетовый. Вот я сейчас играла, и вот в тот раз был тоже фиолетовый. Все, 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 подозрение на фиолетового. Никаких больше. Ладно, давайте вот эту карту, что ли, выберем. Так, ну,
это что такое? Это все за рубаксы, ребят? Здесь ножик есть. Короче, ребят, здесь все за... О, рубаксы? А что это такое? Ладно, непонятно. Ух ты. Маски! Маски! Что? А, вот, цвета можно выбрать. Можно стать хоть каким. Итак, кто же предатель? Ну, в принципе, я не предатель. Итак, начинаем. Итак, мы на той же самой карте. Блин, что так страшно-то? Все так темно. Я боюсь его. Так, открываем. И что у нас здесь? А, это нельзя делать. Вот это можно. Хорошо. Это мы, в принципе, уже делали. И это все легко. Вот так вот. Беленький. Дальше вот это вот сюда. Дальше красный. Здесь белый. Синий и розовый. Есть! Задание выполнено. Ребят, он 100% предатель. Бежим отсюда, потому что там не было никого. Меня закрыли, помогите, спасите, кто-то. Мне страшно. Мне страшно. Двери. Блин, это черный предатель. Все. Никаких. О, цвет где-то там. Здесь нету здания. Хорошо. О боже мой, ребята. Ой, я в тупик. Пошла, блин. Кто закрывает двери? А, туда нельзя. Что делать? Помогите. Предатель был белый и красный. Все. Мы проиграли. А предатели выиграли. Короче, дальше. Я хочу выбрать цвет. Цвет. Это маски. Вот, цвета. А, это только зарабатывается. Ну, давайте фиолетовый. Все, я фиолетовый теперь. Все, пока. О, боже мой, маски. Маска коронавируса. Все. Короче, я теперь фиолетовый и выбираем карту. Вот эту? Ну хорошо, давайте эту. Итак, начинаем. Ребята, я предатель. Всех предаем. Абсолютно всех. Так, я не предатель. Ля-ля-ля-ля-ля. Я иду выполнять задание. Вот здесь задание. Все, я выполнила. Ребят, коричневый. Я предатель и до сих пор боюсь их. Что ж такое-то? Ладно, хорошо. Здесь розовые бегают разные. Так, это что такое? Здесь у меня задания нет. А, вот, все, есть. Все, ребят, я не предатель, все, пока. Я задание делаю. Не надо тут, на меня все. Ага, кто-то нашел трупик. А, давайте, за кого мы будем голосовать? Я знаю, кто предатель, но я проголосую вот за это. Да. Итак, кто за кого проголосовал? Так, ну давайте скорее, я уже устала ждать. Ну что, он не голосует? Я сейчас за тебя проголосую. Так, о боже мой, надо было. Что? А за меня никто не проголосовал. Замурчательно. Он не был предатель. Два предателя.
Я надеюсь, мы выиграем. Так. О, боже мой. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. О, во, у меня задание здесь. Ля-ля-ля. Я не предатель. Все, ребят, пока. Ага. Нужно всех убить. Ну, ребят, что дверь-то не открывается? Ладно, хорошо. В принципе, через... Нет! За что? Скажите мне, пожалуйста. Ладно, ребят, думаю, на этом все. Всем пока-пока и до новых встреч.